in the Featherweight Division 3. 5-minute rounds brought to you by Bamboo Nutra. Turn your power on. And now introducing first the red corner at 5'9", weighing in 147.9 pounds. The two-time tournament competitor brings a professional record of 19 victories, 3 defeats. Hailing from Santana, Amapá, Brazil, introducing Fabricio Guerreiro. And across the cage, his opponent tonight fighting out of the blue corner at 5'6", weighing in 145.1 pounds. The former tournament winner and world title challenger returns to the Bellator cage with 12 professional victories, 2 defeats, and 1 draw. Hailing from the Republic of Dagestan, Russia, introducing Shahullah Assassin Shamhalayev. In charge of the action, your referee, Kevin McDonald. Back it up, back it up, back it up. No, back it up. Back in your corner. You ready to fight? You ready to fight? Well, come on. Кевин Макдональд, рефери поединка, удостоверился в том, что Ишакбулат Шамхалаев и Фабрисио Геррейро готовы к началу встречи, и поединок начинается. Ишакбулат Шамхалаев на этот бой выходил после поражения в титульном бою от Пэта Каррена. Фабрисио Геррейро также в свой последний бой проиграл другому Патрисио Фрейре, одному из братьев Питбулей. В общем, оба очень хотели победить. Аккуратное начало мы с вами наблюдаем. Зашел с правым прямым Фабрисио Геррейро. Как всегда, опущены руки у Шакбулата Шамхалаева. Комбинация по воздуху от бразильца. Всего лишь 23 года было на момент этой встречи Фабрисио Геррейро. Но имел он очень серьезную оппозицию за спиной. Помимо поражения от Фрейре, победа была над Десмондом Грином и поражение от Магомеда Расула Хизбулаева. Очень много обманных движений с той и с другой стороны. Пытаются запутать друг друга соперники. Повыше ростом Геррейро, но пока что не удается ему использовать свое преимущество в антропометрии. Шакбулат Шамхалаев, в свою очередь, откровенно выжидательную тактику сейчас применяет. Ждет, когда соперник пойдет вперед, попытается сработать первым номером, дабы встретить его своим сокрушительным ударом справа. Дергает Шакбулат Шамхалаев в своей стандартной стойке с широко раскрытыми руками, низко опущенными. Тем не менее, далеко не каждому удается попасть в атаке, в стойке по российскому бойцу. Хорошо он чувствует дистанцию, разрыв умеет делать достаточно умело. Но вот сейчас опасную атаку пропустил и пробует затащить в борьбу оппонент Шакбулата Шамхалаева. Прихватил, в свою очередь, Шакбулат соперника за ногу. Несколько очень болезненных ударов пропускает он в голову правым локтем. Да, вынужден просто в пассивной манере эти удары принимать. Шакбулат пытается соперника он прижать к сетке и попытаться встать. И, в свою очередь, готовит узел плеча Фабрисио Геррейро. Прихватил Шакбулата за руку. И сейчас попытка форсировать этот болевой прием. Да, и одновременно наносит одной рукой удар, пытается размягчить и выйти на болячку. До последнего сопротивляется Шакбулат Шамхалаев. Очень волевой боец, несмотря на боль. Мы видим, что выкручивает уже под абсолютно неестественным углом руку Шамхалаева Фабрисио Геррейро. Да, вмешивается рефери, дабы избежать лишнего травматизма. Да, на это было страшно смотреть. Получил травму Шакбулат Шамхалаев.
И этот поединок для него, к сожалению, стал последним. Закончил он не из-за травмы. Закончил он, ну, не из-за травмы, полученной в этом бою. Потом, в общем, была история, когда получил несколько пулевых ранений Шакбулат Шамхалаев. К счастью, остался жив. Но выступать дальше уже не стал. Смотрим еще раз повторы. Что касается Фабрисио Геррейро, то после этого победного выступления он раздельным решением проиграл Джону Тейшере и в Беллаторе больше не выступал. Провел еще три боя. Из 2017 года на официальных турнирах болельщики его не видели. Да, от боли буквально закричал Шахбулат Шамхалаев. Ну, сложно сказать, передержал болевой или нет Фабрисио Геррейро в данной ситуации. Так или иначе, к огромному сожалению, травму Шахбулат Шамхалаев, судя по всему, получил. Ну и, по-моему, капу в цветах своего флага продемонстрировал Фабрисио Геррейро. Таким образом, лишний раз напоминая о своих корнях. 3:29 into round number one. The winner by submission, Fabrizio Guerrero.